ты хочешь добиться? Добиться? Ну, в плане, вот ты же сейчас не на первом месте по популярности. Нет. В области. Погнать многих, кто говорит, что... Обогнать тех людей, которые говорят, что ты ничего не добьешься. Прям вот именно вот так. Сколько тебе времени понадобится на это? Месяц. В марте в нашей студии Анастасия Романова призналась, что хочет набрать 500 000 подписчиков. На реализацию цели ставила себе месяц. Однако спустя два план перевыполнила. За 15-секундными видео в ТикТок теперь наблюдает миллионная аудитория. На своем канале 17-летняя Настя показывает, никаких стандартов красоты не существует. Сейчас у аккаунта 41 миллион лайков и несколько тысяч комментариев. Останавливаться на достигнутом юная тиктокерша не собирается. Она планирует обогнать не только региональных, но и московских блогеров. И каждый день себя готов.